стремление максимально нажиться на конфликте, ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на черном рынке. В Даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов. Один из последних примеров – это переданные Киеву американские винтовки М-16, которые любой желающий может купить по объявлению в сети за криптовалюту. И, безусловно, такой ситуацией пользуются террористические группировки. Оружие попадает в их руки, расползается по Африке, Ближнему Востоку и даже Латинской Америке.